Она влюбилась в звезды в 60-е и вот уже больше полувека заражает своей космической любовью тысячи ребят. Эльзу Медведеву называют звездочетом с самарской пропиской. В начале карьеры она преподавала в школе, где создала астрономический факультатив и добилась открытия там планетария, потому как уверена, каждый ребенок – это маленькая звездочка. Она выпустила уже не одно поколение школьников, некоторые из них стали учеными. За время своей работы Эльза Яковлевна сама стала настоящей планетой знаний, которыми не устает делиться с молодым поколением. У нас в Рахчининовке была обсерватория астрономическая. Стоял громадный телескоп. И когда я впервые ночами с ребятами туда приезжала, стала управлять этим телескопом и увидела этот большой цельский телескоп, туманность Андромеды, все, вы понимаете, что такое? У меня уже была секция, я с ребятами приезжала, потому что я сама влюбилась и организовала ребят. Юлия Ерина занималась у Эльзы Яковлевной со средней школы до выпуска в 76-м. Рассказывает, что благодаря педагогу удалось не только узнать расстояние от Земли до Луны, но и объехать полстраны. Педагог постоянно вывозила своих учеников в обсерватории в Пулково, Крым, Самарканд. Юлия и ныне общается с товарищами по кружку, преданной дружбе на всю жизнь, она также обязана Эльзе Медведевой. Влюбила нас и в космос, и ее увлеченность вот именно этим занятием. Она всех нас каким-то образом все равно по жизни ведет до конца. До сих пор вот эта вот любовь и страсть в нас остается. Когда созваниваемся, даже говорим, какое сегодня небо. Сейчас Эльза Яковлевна занимается с третьеклассниками и по-прежнему всю себя отдает детям, мотивируя их чаще поднимать голову к небу и обращаться к звездам. Мария Левина, Василий Колдашов, «События».